Сегодня в Бийском городском суде состоялись первые слушания по делу Краеведческого музея о наложении штрафа за неправильное хранение оружия. Добавим, что сейчас все оружейные экспонаты спрятаны. Их посмотреть никак не удастся никому из посетителей. Заседание, назначено на сегодня, длилось недолго. Судья выслушал мнение сторон, и на этом все закончилось. Следующее заседание, на котором, скорее всего, будет принято окончательное решение, состоится 31 января. Напомним, что во время очередной проверки Бийского краеведческого музея ревизоры Росгвардии выдали предписание убрать из экспозиции все оружие, холодное и огнестрельное. Вопросы возникли к хранению, хотя полгода назад никаких претензий не было. В итоге учреждение штрафовали на 50 тысяч рублей. Что для музея существенная сумма. В настоящее время это решение оспаривается в суде. Непонятная ситуация. Непонятные вообще вот эти замечания, которые были, перечислено очень много, которые и к нам не относились.